Как будто анимешный. Кто это, танк? Да почему, блядь, просто серого цвета, блядь. Потому что немецкий, блядь. Вот, видите вы этот? ФРГ и ГДР. Тепленькая пошла. Вот, он опять... Блядь, боже. Вы вдумайтесь. Минус 5 УВН. Эта хуйня еле едет. И еще этот ублюдок пиздит. Ну, блядь! Здорово. Бля, хочу упороться и рэп зачитать про любовь. Вообще пушка нахуй не опускается. Все, он заебел. Блядь, он... Боже, блядь. Зачем я его посадил командиром, блядь? Надо было с леопарда командира, блядь, дро... Чего не смеетесь? Не смешно. Все, короче, стрим полчаса нахуй выключаем. Потому что этот дебил пасть свою не заткнет, блядь. Вот это удар. Да, сейчас опять будет чипси-чипси вилкой, вот это удар, а, и, блядь, вот это вот без конца, блядь. О! Должен был косарь отдать. Боже, блядь. А, чибисти вилкой, блядь. Блядь, ну слушайте, 1600 дали. О, мемес. А у меня-то чё, я ж, блядь, бронированный дохуя. О, видите? Опа, триплик. Ага. А когда восстановят, лучше будет? Меня твои истории достали уже. Достали истории. Обзор восстановили. Бля... Меня сейчас тридцатка въебет. Вот это удар. Т-30 на базе стоит. Заебись, блядь, игра. Долбоеб на имбе стоит, базу нахуй охраняет. Это пиздец. Блядь, ну слушайте, я танкую, пиздец, посмотрите как. А, кстати, от грома идет в 800 блока, блядь. Хотя, знаете, в чем мем? У него с того расстояния, блядь, 200 урона, поняли? Я чувствую, что меня рано или поздно уебанку это подопрет. Я прям чувствую это. Сына животное. Блядь, как хочется его кувалдить нахуй. Пушка не опускается нихуя, я и так здесь еле стою. И эта дура еще, блядь. Она ж даже не смотрит, блядь, куда еле. Кстати, убегает. Получил одну тычку и убегает, чуваки. Дебил получил один дамаг и обосравшись убегает. Слушайте, ну блядь, я-то... Внимание, отступаем, пишет Т-95. А зачем мне отступать, если я фуловый и разъебываю в упоре всех? 4000, пацаны. Натанчил, блядь. Вы вдумайтесь. Танк-то имба, блядь. Но сведение у него это пиздец. Противник скукожился. Противник, ты скикежился. Да, блядь, КД пиздец. Смотрите, это лучший бой стрима будет, я вам, блядь, гарантирую. Блядь, да, у меня контрол у пизда. Ехать. То есть здесь 4 танка у меня. Лис. Да, ты чё? Мы снова на ходу. На ходу. Ах да, в меня, это пиздец. Едва держится. Это пиздец. Боже, блядь. Бочок по тиг, блядь. О боже, блядь. Блядь, ну как у тебя там вообще? Блядь, он на закалке. 60 хп, пацан, с закалкой, блядь. Или это полевая? Не, полевой нет там на хп. Блядь, он закалку поставил. Чуваки, у него 1000 хп, а теперь 1060. Он закалку, блядь. Сука. А, чипсти вилкой, блядь. Чипсти вилкой. Под чипсти вилкой. Блядь, сведение. Хочется сделать себе что-нибудь интересное. Вот так. Центурион просто пиздище развернул, бля, и стоковой пушкой хуендок, и все. Все, вся грудь в орденах, как ветеран, блядь. А, так это, блядь, еще и третий мастер, походу, по счету уже, бля, ёпт. Нам пизда, здесь слишком они поджались. И танчики, скажем честно, очень жесткие. Гром, бля... Ребят, мне у меня нет ДПМа, чтобы против них воевать. А еще у меня нету... Бля, господи, я хочу сальто нахуй назад сделать. Я не могу попасть в упор. Сколько здесь пробития нахуй? 300. Я понял, блядь. А, чипсти вилкой, блядь. Играл до 2018 года, потом ударился. Я убил стену 60 метров. На СВО. Сейчас так, ребятам понял. Жизни спасаю военный медик. А, понял. Через а. Месяц еду обратно. Понял. Слава России. Ага, все, услышал тебя. Я тебя услышал, а я вот с 60 метров по профессии клоун. 10 лет
спасаю ребят, а они меня не слушают и продолжают в эту хуйню играть. 10 лет тоже жизни ребятам спасаю, а ребята мои не спасаются и продолжают играть в танк, блять. Все, я понял. Вот сейчас буду чипсить вилкой, блять. Я выкачусь, меня просто разорвут нахуй на куске. Меня просто нахуй разорвут в щепки, блять. Блять, тут еще мемное пробитие нахуй, и рубочку не можем пробить, потому что там 300. Клоун, ну я как бы клоун-медик. Я клоун-медик. Вот я сейчас выкачусь, меня реально высекнут, блять, за секунду. Так. Чё ты оторвал погону? Вот так я танканул, игрок! Блять, я не могу, мне хочется сломать этому танку все. Но это, блять, бред, чуваки. Типа, ты, блять, стреляешь, у тебя 60 метров летит мимо, блять. Он меня заебал, боже, заткнись, блять. Блять, фугасики пошли, ребят. Статобойные. Статобойные зарядил. Игрок зарядил статобойный снаряд. Один раз он меня не пробил, и он зарядил статобойный снаряд, блядь. О, в стену статобойным уебал, блядь. Чисти, чисти. Я в ахуе из того, что я живой до сих пор здесь. Это пиздец. Это чудо, нахуй. Бля, я хотел сказать, сейчас рикошетнет в тапка. Не, уебал. Статобойными стреляем, блядь. Я не могу. Я... Блядь, боже. Блядь, 50 метров! Я стреляю в скулу, блядь! Оно улетает мимо, нахуй! Это... Ой, блядь. Снаряд срикошетил. В этот кал невозможно играть. Мафия, спасибо за 5 платных подписок подарочных на ютубе. Спасибо огромное. Невозможно, это пиздец. Это не танк, это ебаный фуфел, блядь. Ну, от днища рикошетит, в НЛД я не попаду, блядь. Ура, блядь, попал. Должен был косарь отдать. Я не могу его в рубку, блядь, пробивать, потому что пробитие мемное, блядь. Блядь, сколько ж мы времени нахуй на нем проебали. Мне в НЛД именно надо, не в дно, а в НЛД. Я попал, знаете во что? В в тапка, не в Е75, в тапка. Поняли? Это пиздец. Еще раз. Долбоёб не свёлся ни на секунду и уебал мне с вертухи. Я с полным сведением с 50 метров не попал в НЛД. Он я не могу. Я не могу. Эта игра — это фашистский высер. Направленный против человека, блять. Куда ты звонишь? Спасибо. Жирный 77 минут стримил. Да? Потом что-то пошло не так. Не, серьезно, типа? Серьезно? Да. Да, это Шкода, кривущая, косущая, которая развернула ебало и попала мне, не знаю, куда-то. Блять, разъезд богоподобный, нахуй. Ну, я удивлен, что он меня с вертухи не переебал. Давай по новой, я правильно понял, что я ВЛД-то с ТЛТ кумулятивом, блядь, с пробитием 300 не пробил, да? А, ну, чип с вилкой, блядь. У меня не гнется пушка на этом ублюдке, блядь, ебаном. А, вот это удар, чипсти, чипсти, вилка. Он на фугас, кстати, мне пиздец. Меня сейчас будут чипстить вилкой, блядь. Шарфутур, срочный дамаг. Шарфутур, молодец. Как соленый огонь. Я хочу, чтобы ты ломал меня. Ну, ломай. На первой линии вся команда, у них вся команда здесь. Но патента нет. Я не... Боже! Бля, это ужас. Тест ОЛТ на фугасах, это прекрасно. Блять, это замечательно. А, чипсти. А, чипсти вилкой, блядь, чипсти. Ну как там с деньгами? Да подожди, я чипщу так вилкой. Так выходи из игры. В я чипщу вилкой. Мы дань или собираем. Мы дань деньги собираем. Не деньги не пахнут. Мы чипсим вилкой, блядь. Давай по новой, Миша. Все не то. Я не могу играть со зверями. Я не могу со зверьми играть. Это невозможно, блядь. Зверьё.
Это зверьё. Если что, это не союзники только что перестреливались с противником. Это, блядь, союзник был! И он перестреливался с союзниками, чтобы вы понимали, да. Если многие подумали, что я каким-то образом переключился на противника, нет, блядь, это мой союзник. Очком к их респу перестреливается с моими же, блядь, союзниками. Это, я не могу, это зверь, блядь. Пацаны, можно с вами постоять? Смотрите, как рамбует сильно, блядь. Ладно. Мы их пробили. Мы? Нет никаких мы. Нету никаких мы. А, чип с вилкой, блядь. Сука, заткни пасть, вы заебал. Вот так триплекс сломали. А, прибор. Обзор, ты что так уменьшился-то, блядь? Я не успею всплыть, он убежал. Вот так, нахуй. Блядь, нахуй он так слова тянет, как идиот, блядь. Вот нахуя он так слова тянет, как дебил, блядь, конченый. Мы их пробили. Оптика повреждена. Видимость снижена. Блядь, чё он слова тянет? Куда ты звонишь? Привет, генерал. Здоров. За билетик. Меня убили. Можно, пожалуйста, пиццу Куракото и Кири? Нет, нельзя. Меня убили. Мне убили танк. Мне нассали прямо в дуло. Вот так я попал в свертухи. Смотрите, меня ствол скукожили, враги. Быстрее бы мирный чекнуть. Ну, мирный 17-го будет. Надо написать это, собрать взвод, да. Но в мирном еще и задачи придется приходить, чтобы танк получить, чтобы гайд сделать, блядь. Но в том году я реально задачи в мирном прошел за день. Вот мы взводом катались, блядь. Я прошел за день. И Артур тоже за день вроде бы прошел. Вот. А, чип с вилкой. Меня сейчас 75-ка убьет после того, как я в Т-28 отстреляюсь. А, чип с... Цель поражена. Ну, бля, у нас салы... Коробок. А ты не заметил, что у твоего командира нет. Голос очень похож нет, на твой? Нет, я заметил, что у них Ектигр весь бой, блядь, стоит и вот трубы, блядь, охраняет. Поехали сразу нон-стоп. Может, интересно будет. А может быть, меня отъебут просто. Сейчас мы выясним. Как вы думаете... О, блядь, ребят. Тут сразу три семерки. С дурой с одной три семерки ёбнули. Нормально он уебал. Бля, и чё, ты прям не боишься меня, типа? Ничего не боится. Спасибо. Спасибо огромнейшее, спасибо. Новый привет из Минска. Минску привет. Давай, член. Давай. Поехали на ёбрики. Так. Если вырежешь коричневых ах ты, блядь. Бляков, не умерев, с меня 5000. Не умерев... Люблю и обнимаю. Не умерев в бою? Или как, типа, убить... А, ну да, видимо, убить и... Не умереть. Ну, давай попробуем. Спасибо огромное. Сейчас только сначала 780-й будет. Мне 780-го заказали. Меня, твои истории достали. Меня история. Это Ира. Ирочка играет в танчик. Девочка Ира в танчик играет. Мне... Бля, я... Боже... Я... Господи, как у меня горит очко с этой ебанутой игры, блядь. Эту игру делал ебаный сын сатаны. Я не пробил дважды в борт под прямым углом. Это пиздец. Это просто пиздец. Это пизда. Чипсти, чипсти, блядь, чипсти. Это пиздец. Это пизда, блядь. Смотрим. Сейчас будем чипсить вилкой, блядь. Блять, ты заебал дергаться на своем Е3, баран ебаный, блядь. Это пиздец уебок на Е3, блядь. Я не могу играть в Кал Минский. Это невыносимо. Я даю тычку, пробиваю, дважды по тем же углом не пробиваю, потом даю в землю, даю пробитие, даю в землю. Ублюдок на Е3 невменяемая скотина, блять, он еще и закрыл его собой. Блять, какое животное тупое, нахуй. Я тут, блядь, глазами ищу перекрученные углы, блядь. Это дура... Ой, блядь, я не могу. Какой гной, блядь, в это играет?
Похуй, блядь, приму тычку одну дам. И то, если пробью его, блядь. Почипстил вилкой, блядь. Блядь, какая у меня команда амёб. Это благо я профессионал, видите? Глазами вижу. Так, что там забанен? Так а что, блядь, что я могу поставить? Мне пишут, что он забанен. Причем мной забанен, как я понял. Пять раз подряд спросил в чате, за сколько дашь поиграть на своем аккаунте. Ага, ну я тебя забанил, скорее всего. А, так я же тебя забанил. Не-не-не-не-не-не, я не разбаниваю за дегенеративность. Это значит, я тебе лично баны дал, вот. То есть за то, что ты долбоёб, ты бан получил. Все, тогда я понял. Не-не-не, конечно, 1000 рублей. 1000 рублей разбан. По причине долбоёб 1000 рублей разбан. Бля, это фаршмекс. Я убил кусочек текстуры, блядь. В игре смешной. Ебать, он перетянулся. А у меня не хочет команда давить, ехать два сраных танка, блядь. Ну, два ёбаных сраных танка, нахуй. Сисидиан, блядь. Ебать, он меня не почивит. Ой, блядь! Так, нормал. Чего не смеетесь? Не смешно? Не смешно. Ну, они могут переупороться на меня, и мне пиздец будет. Выстрелил в ЛД, попал в маску. А, чипсти вилкой, блядь. Чё тут так мало? А, почему тут так чипсти вилкой, блядь? А почему ты прибор чипстишь? Хуже. А ты чипстишь. А чипсти, блядь. С этой озвучкой можно реально ебануться. Вот отсюда кобра сейчас выкатится, сольет меня нахуй. Блядь, ебать, он чипстит. Он очень чипстит вилкой. Они реально в десятером не могут одного убить, да? Смотри, смотри. Ебать, шельмочка наделала делов. Ебать, она почипсила его вилкой, блядь. Ебать, подвижность у танка мощная, блядь. Нормально, пацаны дефят, блядь, базу. А мы чипстим вилкой. Ну мне пизда. Так, первый затанчили. Он сводится. Второй затанчили. Он меня уже не убивает. Это вообще свертуху, блядь, в лоб башни, как будто бы уебал. Все, родной, три раза ты меня не пробил. А-а-а, чипсти, чипсти, вилкой. Готов. Я, блядь, чипстю. Чипстю, вилкой. А, это ненужная палка была, очень, блядь, ненужная. Мне надо в клинч успеть с ним заехать. Все. Что? Ты что, ебанутый, блядь? Ты чё, чипсти живилкой, что ли? Цель устранена. Устранена! Чипсти, а чипсти вилкой. Моя команда меня подвела, ребят. О, ракета. Ну шо, пиздец мне. Я с ней в клинч никак не зайду. Блядь! Это пизда. И знаете, что мемное? Я кинул ему в каток. Я кинул ему в каток. И я его не загуслил. А его бы завернуло, я бы в клинч пошел. Он мне с первой палки, блядь, каток дает, это пиздец. Меня твои истории достали уже. Блядь, как хочешь, чтобы в аду сгорел нахуй ебан, который этот резб делал? Ну, кустик типа и все, и ты нихуя не видишь. Тебя, блядь, каждой тычкой чипсят вилкой, блядь. Да ты шо? А вы в курсе, что у них здесь вся команда, блядь? И она приехала меня почипсить вилкой. Да, я... Да, снаряд прилетел 2 метра и упал в землю, ну да. Как там с деньгами? Спасибо. Ку, хуевого стрима. Спасибо. Не играю в это 6 лет по твоему совету. Бросил пить и курить. Нашел норм работы. Невозможно играть, блядь. В основном кашу я на обед бомблю и рак. Спасибо большое. Осуждаю я твои, блядь, сообщения, дурачок, блядь. А, чипси вилкой. Все не то. А, сейчас толкнет, уебан. Сейчас толкнет. И вообще невозможно в танк попасть. Это пиздец.
У меня... Я убил опять... Я не могу... Он пролетает 2 метра снаряд и падает нахуй в землю. Это пиздец. Мы их пробили. У меня дамага 20 тонн, блядь, спиздили. Ну сейчас 62-ка въедет, блядь. Это пиздец, ужас. Как я хочу, чтобы, сука, подох дебил, блядь, который эту карту делал. Гусеница едва держится. Ёбаная тупоголовая дура, блядь. Да закрой ты ебальник свой. Слабый, да, у них респ, ребят? Очень слабенький респ. Стоит в кустиках, блядь, кретин ёбаный, блядь, вот там. И просто тебя ебашит, блядь. А ты терпишь, потому что ты чипстишь вилкой, блядь. У меня выстрелов, ну, реально, опять 1000, блядь, на 6. Дамага, блядь, 2000. С 50 метров, блядь, не попал в том бою, нах. У меня пушка не опускалась. И сейчас не опускается. Мы их пробили. Мы их почипстили вилкой. Там уже подкрался незаметно противник, блядь, к спине. Ура, я попал в крышу, блядь. А, чипсти вилкой, чипсти, блядь. Там надо упороться, убить ВЗ, блядь. Вот так почипсил вилкой меня. Покушать принёс. Ой, блядь, это ужас. Ёбаный ржевой. Внимание, продается ангар 2011 года. Т-95 ФВ-4201 Чифтейн, Прото Чифтейн, Хайп Трейн, Детрейн, Кранштейн, Эйнштейн, Блокчейн, Бакштейн, Купферштейн, Штейн, Ферштейн, Ауфитерзейн, Сустейн, Мидл, Гейн, Реверб, Бас, Бассейн, Ноунейм, Никнейм, Мозельвейн, Мейнфрейм, Ворфрейм, Вильхейм, Game, same, say my name, Heisenberg, you're goddamn right, kilobyte, terabyte, kite, copyright, glide, slide, upside, inside up, she's a living la vida loca, website, gigabyte, sprite, light, wait baby, karam baby, maybe baby, basalt, bazanov, alt, tenor, баритон, сопрано, минор, более не жалейте мое тело, минор, майор, подполковник, подоконник, полковник, половник, генерал. Дальше. Объект 907, хэви-танк Т-57, сирень, 7, раса трэш, кортеж, мятеж, трэш, трэш-метал, мегадев, слэйер, металлика, коррозия металла, пантера, плантера, леопард, лев, Тигр, Сервал, Серкан Балат, Борат, Аппарат, Пират, Фотоаппарат, Квадрат, Круг, Катит, Не Катит, Гипотенуза, Треугольник, Игольник, Школьник, Студент, Бакалавр, Магистр, Йода, Калий, Магний, Кальций, Цинк, Цинк Уродов, Тяжелая Атлетика, Атлетика Мадрид, Валенсия, Барселона, Реал Мадрид. Пошли дальше. СТБ-1, Т-5 Heavy, The Heavy Short Change Hero, Бонни Тайлер, Holding Out for a Hero, песня в конце фильма Drive Aerial Hero, Село, Шапито, Фигаро, Пьера, Стас Пьеха, Холеро, Отлегло, Политбюро, Депо, Бульвар Депо, Накатило, Просвистело, Натоптало, Прохрустело, Драгович, Кравченко, Штайнер, Штейр Аука 3, Я-3, УАЗ, КамАЗ, Ананас, Нормас, Контрабас, Алмаз, Изумруд, Редстоун, Золото, Железо, Уголь, Печка, Холодильник, Будильник, Кипятильник, Рубильник. Имеется еще И-7, Объект 140, Сварог. Можно. Спасибо. Ок, Перун, Чернобог, Творог, Сметана, Кефир, Мацони, Ряженка, Сыр, Кумыс, Подкалибер, Фугас, Бронебойный снаряд, Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд, Спортивный снаряд, Гантели, Гриф, Гиря, Бруся, Турник, Рудник, Травник, Целитель, Рейдовое подземелье, Цитадель Ледяной Короны, Лич Кинг, Бургер Кинг, Врайс Кинг, Крейсер, Блейзер,
агентство недвижимости в Лондоне. Что скажешь по поводу ветки Мауса? Лучше сразу выкупить его или что-то достойное есть? Там все достойно, понимаешь, Мауса надо уважать, это уважаемый танк, брат. Это уважаемый танк, спасибо. Рон, эшелон, тату-салон, тестостерон, спа-салон, одеколон, тренболон, ремингтон, рингтон, бас-нефтон, дон, эрон-дон-дон, бидон, Бенито Муссолини, Бенито Азамат Мусагалиев. Дальше. Гриль Е100, Е142, Е52, да здравствует Санкт-Петербург, Металлург, Каблук, Драматург, Вокруг, Внутри, Снаружи, Прямо, Криво, Грива, Пиццарива, На кондициях битая батина Нива, Нева, неважно, Светлана, Анастасия, Шизофрения, Буржуазия, Азия, Евразия, Что за безобразие, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида, Хлорангидрида, Гексафторида, еще со вторника жду Фарида, Ангастура, стримы психа Артура, прокуратура, рэп-культура, мокулатура, мутант в хлам, Ленина пакет, МБ пакет, АМГ пакет, ежемесячный, пополнение, авторизация, P2P, арбитраж, туда-сюда миллионер, Binance, а там еще немного и Прованс, потерявшаяся кроссовка ребенка Сабинины мамы Ванс, Фаянс, Рибануклеас, Декаданс, Inside the Fire, The Vengeful One, Open Your Eyes и Behind Blue Eyes. К-91, Объект 705А, Б, В, Г, Тесситура, математичка, блин, поставила двойку дура, аккумуляторная газонокосилка Макита, Шотник Никита, Формальдегида, Адыгея, Адлер, Сочи, а впереди еще 3 дня и 3 ночи, малый и большой ремкомплект, маленькая и большая аптечка, пистолет 9-18 Стечкин, микрофоны петлички, лычки, нычки, переполненные бабками больнички, асфальт, мокрый как мои глаза, я нарезаю по МКАДу, стволы, скалы, у меня из окна видно вот такие горы, магнитофоны, Паттисоны, Роберта Паттисона, Унисон, Унисекс, Закусон, Комбинезон Сева, Тайник Стрелка слева, Стрелка спидометра справа, Ящик Колы, Дула Колом, Павел Дуров, Дора Дура, Кобра, Анна Конда, Гадюка под 9-18 в железнодорожном тоннеле на свалке, Насвай Насвая, Мурат Насыров, 113-й, 121-й, Т-110Е4, Т-110Е3, Ягдпанзер Е100, Объект 430У. Кого интересует этот ангар, позвоните, пожалуйста, по номерам или по буквам, кому как удобно. Спасибо большое. Ангар 2011 года. Эксклюзивное предложение. Блять, это пиздец, нахуй. Вот, вот зачем делают позиции на базе? Ну, потому что ца, долбоебов, блять. Потому что эти необучаемые скоты, блять, сука, с лишним набором, блять, так сказать. Они нихуя, ну, не могут. Они никчемные, блять. Никчемные, ебаные, тупоголовые звери, блять. Которым эти позиции жизненно необходимы. Потому что они, блять, не в состоянии 2 ебаные кнопки нажать, чтобы в игре для долбоебов... Блять, на фиолет играть, блять, на который даже, сука, отсталось. О, мы, блять, назад, Маус говорит, назад, блять. Назад, блять, назад. Маус их вот так, прям на... Я бы ему голову, блять, сделал, нахуй, ёбаный скот. Ёбаный ты, тупогал. Блять, он заткнет свой ебальник, нахуй. Невозможно играть. Перманентный стан, блядь. Едем дальше. Стан просто перманентный, блядь. Я из него выйти не могу. Ну все, смерть. А. Ну а ты, значит, смерть. Посмотри на это животное ебаное. Отсталое. Ох, да, блядь. Вот так, нахуй. Вот так, нахуй. Автопушки уж сюда добрались, дай-то кусок дерьма, братан, а не автопушка, блядь, залуп кусок, неиграбельный, блядь.
Прекрасная позиция, блядь. Видали, как я его дамажу? А я попадаю вообще в танк? А, вот так, нахуй. Я вон вот так вот буду. Смотрите, ребят. Зажимаю. Зажимаю, ребят, зажимаю. Ну, нормально, 200 урончика. Зажал. Пацаны, я зажал. О, сейчас я его убью. Круто. На бот экспресс или два танка в коробках. Да похую вообще. 2, 3, 10, плевать. О, пошло разъебное. В начале боя прям все положено, блядь. Только вот у них шансов-то нас продавить побольше будет, блядь, чем у нас. Сейчас полетят торпеды, смотрите. А где самолет-то, блядь? Блядь, а где бомбардировщики? Блядь, они походу, сука... Блядь, это они... А, вот они, блядь. Я думаю, сука, кто бомбил, блядь. Нахуй. Ну, мне нет смысла вперед ехать. А, из 4 выехал, блядь. Мы их пробили. Тогда смысл есть. Ну, он сейчас, если ромбов станет танковать, это пизда, это конечная станция будет. Чисти, чисти. А, чибсти! Чибсти вилкой! Надо вкатываться и 64-го убивать и ехать тортилу с фазы резать. А, чибсти вилкой, блядь, чибсти. По чибсти вилкой в срочном порядке, чибсти. А, ебать, вы нарисовались все. А они где до этого-то были, блядь? Господи, блядь, они же просто их не было, а потом они стали здесь все. Я не могу, блядь. Гусеница в норме. Починили гусеницу. Я хотел поехать и СА-4 в спину зарезать, потом техбортом танковать, ебать. Но они из ниоткуда высрались, блядь. Они все нахуй приобрели смелость запредельную, блядь. О, блядь. Они же просто, сука, стояли, нихуя не делали. Почему они решили что-то делать? А, чибости, чибости вилкой. По чибости вилкой, блядь. Умоляю, раздерите меня на куски, я ливаю на нахуй отсюда. Блядь! 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 Сука! Сука! Блядь! Блядь! Чибсти вилкой, бля, чибсти. А, чибсти. А, ты должен был косарь отдать, но нам попали в бак, можем ехать. А, чибсти. А, все есть. Блять, какая дурка, сука, чипсти вилкой, чипсти. Он просто 15 минут на базе простоял и вот сейчас приехал, блять. Ебать, он чипсти вилкой, блять. Это пиздец. Я поугрожал игре, игра дала бой на 5000. Верить. Ребят, верить. Игра по чипсти ловилкой. А, чибсти, чибсти вилкой. Есть отмена цели. А, чибсти, чибсти вилкой. Абсолютно чипсти вилкой. А, чибсти, чибсти вилкой. Мы сейчас будем чипстить. Кирилл, всем привет! Да тихо, Кирилл, не кричи.
Вот як Панцер Е100 – герой сегодняшнего разогрева. Казалось бы, ну что с этой машиной может случиться смешного и курьезного? Это же гигантский оплот серьезности и фрейдовской гиперкомпенсации. А ничего смешного и не будет. Все по хардкору. Поехал он с 2 7-ми сами к реке. И будем честны, сделал что мог, лишь бы не пойти ко дну к речным ракам. Разбомбил на вафельные крошки Вафентрагера, устроил чисто английское убийство ФВшки, но толпа красных сожрала ИСов и полетела на него. Пиши пропало! Но я газдаваться не захотел. Согласитесь, что музыка добрая. Раздамажила ИСа по лбу так, что луноходики в глазах забегали. Тот, как в обитый боксер, повис на Яге, заляпывая ей борт кровавыми слюнями. В тыл зашел Паттон. Издалека скромно пуляет Т-49. Немец убирает светляка первым. Трется щеками с оглушенным ИСом, как будто они слиплись на морозе. Паттон колотит в корму. Яга поворачивается и разрывает СТ-шку. Ис пытается отъехать, но его настигает стальная немецкая пятая точка. Разгоряченный Ягпанцер машет своим дулом, как неандерталец дубиной. С вертухи убивает объекта 261. С другой стороны мчит фуловый ИС-4. И, видимо, ему не пели в детстве колыбельную. Не ложись на бочок, приедет серенький Е100 и укусит за живот. А потом перевернет и поджарит бензобак. И поедешь ты в ангар. Нахуй так и затащили. Ну а теперь к основным боям. В третий бой попал игрок Дима с циферками на танке КВ-2. Огромном головастом монстре, которому не хватает разве что маленьких лапок, как у тиранозавра. Лапок нет, зато есть жирная гаубица, натуральный дробовик мира танков. Я прямо уже чувствую запах разорванных в стальную стружку врагов. Поехала наша голова на гусеницах к ущелью вместе с остальными тяжами. Первый пристрелочный прошел прямо в шапку ИСу. И пусть там 47 очков сбито, но как смачно! И ехать бы разрывать дальше, но весь проход загородили сумоисты. Целых 3 японских махины. Ну отъелись, ни проехать, ни пройти. Как только не задавили беднягу ФВ. Правда, ехать дальше не пришлось. Счет-то 1-5, и значит пора встречать с хлебом солью делегацию захватчиков на базе. Первым выскакивает Кромвель Б. Ой, из КВ стреляют. Вот тебе вот Кромвель, так, хлеб, блядь, и соль. Там еще КВ-85 шастает. Держи, чудо-снаряд. Готов. Счет тем временем совсем уже страшный. КВ с союзным Кромвелем остаются вдвоем у базы и готовятся принимать 11. 11 врагов. КВ целится... Кстати, пишут на фул фугасах. Наш. 3-400, выстрел. Ого-го. На нахуй, двух чуть не уебал, блядь. Даже М7 досталось флешем. Сбоку СУ-100 пытается обойти. КВ едет на перерез и получай, ПТ-шка. С другой стороны, на всех парах мчит другая СУ, явно желая отомстить за свою. Бросается на КВ тараном, и вот это удар! Нахуй. Ваншот в лоб! Пробил, просто аннигилировал ее наш герой. Но, наконец, подтягиваются вражеские бабахи. КВ пятится к зданию под горой, 2 тяжа засыпают его снарядами. Прямо битва КВ намечается. Кромвель, очевидно, не желая в этом участвовать, где-то сливается. И тяж остается 1 против 7. Под обстрелом пятится к засевшему в засаде Е-25. И так огревает по макушке, что немец... Вот как можно, блядь, отсосать будет, да, одному КВ-2 в семером, блядь, у которого 400 хп? Вот, блядь, сейчас мы выясним, блядь, как. Вполне может сплющить еще сильнее. И вот, наконец, тяж готов сцепиться с КВ-шками. Те обходят с двух сторон. Справа квас, слева КВ-1. Блядь, смотри, секунд смешно, сначала башню... Я не могу, блядь. И квас превращается в сбитень на гаубичных дрожжах. Еще КВ-1 спереди. Их 3 тут было. Почти одновременно от обоих получает наш головастик. Всего 65 прочности ему оставили. Теперь время отвечать. Целится в каток первому. Есть. Второй подъезжает. ХП у него больше на целых 2 очка. И теперь только здание отделяет их от финальной зарубы. А куда он смотрит, КВ, блядь, обходит сбоку. Торчит пятка противника. И раздели же судьбу Ахиллеса. Где-то остались еще 3. Почти, но судя по их скромному поведению, по карте пронесся Морфей. КВ светит 34-ку и вместо того, чтобы дать ей одеяло, посылает прощальный бабах. Может, они подумали, что победа уже в кармане и ушли отпраздновать чайком? Но вот С-35, видимо, опомнилась. Но уже поздно. Следом КВ находит последнюю арту, и все. Победа! 13 фрагов на бабахал КВ-2. Вот так. Отлично! Ну, Дима, заслужил циферки. Золото и медаль ЛРН. Так... Ну, Дима, циферки, так держать нахуй. Да. Все, господа танкисты. Все. Блять, хорошо, мы 50 минут в танк не играли, мне понравилось, блять. 50 минут не игры в танк. И они вот так пролетели. И это прекрасно, блядь.